На сегодняшний день одним из самых привлекательных зданий Сухума является Абхазский государственный драматический театр имени Чанба. Это здание заинтересовало и нас, но не своими размерами и уникальной архитектурой, а тем, что оказалось в списке объектов инфраструктуры, построенных в течение последних нескольких лет и сданных в эксплуатацию с большими недоработками. Чердак и крыша. Здесь при дожде вот подтеки видны, и там вот по кругу вот здесь лужа стоит всегда при протекает вообще крыша наша. Тут и есть несколько мест, где так вот протекает, даже на сцене где-то протекает. И бывает, что и пороги не сделаны, даже с улицы вода затекает в здание. Вот железные двери с улицы. Да? Там по стене, дождь стекает, бывает, с улицы. И эта вода затекает вот через эту щель сюда. И здесь целая лужа стояла, было чуть и подвал не затопило. Вот такая тоненькая труба, это что-то издевательство. У нас возник вопрос, а могут быть эти проблемы связаны с нарушением эксплуатации здания или это сугубо вина строителей? Много протечек крыши, много недоделок технических, оборудование там не совсем, мне кажется, качественным. Я не специалист, но просто мы эксплуатируем, уже практически сталкиваемся с тем, что через 3-4 дня выходят из строя усилители, там и эти, даже кондиционеры выходят быстро из строя. Это не из-за того, что мы неправильно их эксплуатируем, просто они, видно, некачественные. Также, вот, допустим, вот парадный вход нашего театра, да, там были колонны, которые были, лицевая сторона, обделка была мраморная. Это было очень даже прилично, и это было снято, вот эта облицовка, и какими-то бумажные наклейки сделали под мрамор. По кровле мы обращаемся к специалистам, они приходят и неоднократно уже ремонтировали, но они не могут выявить, потому что то, что скрыто уже сверху, уже сделано, трудно это выявить. Пусть кому-то это будет обидно, но нам обиднее вдвойне.